Для вас выступает ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Лауреат премии правительства Российской Федерации «Золотой венец победы». Вокально-хореографическая композиция «Сердце земли моей». Музыка Брейдбуга, слова Соловьева. Исполняют вокальная и танцевальная группы ансамбля. Хореографы-постановщики ансамбля, заслуженные артисты Республики Бурятия Юлия Вишнякова и Антон Сомов. Тебя забросил, заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, мы с глубоким уважением сегодня выступаем на этом благотворительном мероприятии и с большим удовольствием хотим вас всех пригласить в будущее воскресенье 12 сентября на наш сольный концерт. Он состоится здесь в 12 часов.
Поэтому с удовольствием будем вас ждать. Ну а сегодня спасибо за ваш прием и за ваши аплодисменты. И низкий поклон организаторам, которые сегодня пригласили нас на этот бал. Спасибо вам. Ансамбль песни и пляски Северокавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Давайте проводим самыми теплыми аплодисментами. Спасибо большое за то, что вы украсили сегодняшний концерт и стали неотъемлемой частью нашего волшебного бала.